Здравия желаю. Значит, проводим эксперимент. Ставим на зарядку вот эту батарею на этом выпрямителе, который не потребляется. Это другой. До этого показывал тот 15 ватт в час. А сколько этот дает? Тоже не потребляет. 15 ватт-то маловато. Вот сейчас ставим, значит, сейчас 7 вечера, около 7 вечера. Ставим, значит, поставляем на ночь. А завтра утром посмотрим результат. Если будет эффективнее, значит, будем применять это. То есть зарядка, как я вам показывал, зарядка вот идет, вот подключено, видите, все, шнур подключено, счетчик как всегда стоит. Там можно от инвертора, просто инвертор тут показывал, инвертор тоже зарядка только, надо что-то придумать, чтобы этот выпрямитель работал не от инвертора, а от той же батарейки. То есть повышающий преобразователь надо или купить, или придумать что-нибудь, чтобы вольт 50 выходил от батарейки. Да, он будет на 50 уже будет работать. У меня работает на 50. Начинает 60 работать. То есть, и вот эту батарейку заряжаем. Вот она. Сейчас покажу, что это. Питание не отключено. Тут как-то просто отключена розетка. Видите, светится индикатор. А вторая не светится, ноль. Вот фаза. Вот ноль. То есть все работает. Вот это работает. Ленинка. Сейчас замеры снимем. Напряжение. Показывает 12.36. Посмотрим, что будет утром. На этом репортаж заканчиваю первую часть. Завтра утром выпущу вторую.